Всем, всем большой привет! Хочу снять очередные свои пустые баночки, которые закончились в месяце сентябре. Этот ролик немножко необычный, потому что он сделан совместно с Анечкой. Аннабель бьюти-блогер, так называется ее канал, мы решили сделать совместное видео. Давайте я немножечко расскажу о самой Ане, а потом уже начну о баночках. Анечка вообще по специальности врач-акушер-гинеколог. Мне кажется, для нас, девочек, это очень важная профессия, очень нужная. Также она является мамой двух сыночков. У нее детки-погодки, старшему 2 годика, а младший совсем-совсем недавно родился, ему всего 1,5 месяца. У нее интересный бьюти-канал, очень много видео по акушерству, по гинекологии. Плюс она снимает семейные влоги, она снимает также интересные обзоры по бьюти-продуктам. То есть это интересный, достаточно интересный канал и еще и разнообразный. Я сама много всего полезного у Ани подцепила, подчерпнула, особенно то, что касается и женского здоровья, и как мама молодая, плюс еще и врач по этой же специальности, то я думаю, она очень много может что интересного рассказать, полезного и нужного для нас. Ну, теперь давайте к теме канала. Ссылку, конечно же, на Аню я оставлю под роликом. Проходите, знакомьтесь и с ней. И теперь давайте к баночкам. Закончилась очередная у меня краска. Я сейчас прямо вот верна именно этой краске. Кастинг крем глосс от L'Oréal. В этот раз я взяла 680-й оттенок шоколадный мокко. Я, как многие заметили, уже осветляю чуть-чуть волосы, состригая по длине темные и перекрашивая корни в светлые. Уже пол головы проделано и смотрится немножко как градиент сейчас, то есть неплохо смотрится. Вот, поэтому жалко просто состригать, высветлять тоже не хочу, поддаваться химическим воздействиям. По краске. Она хороша тем, что хватает ее вот на мои длинные волосы, хватает одной коробочки. Потому что она распределяется по влажным волосам, и этим самым экономия идет продукта. В банке, ой, в коробочке два, сейчас попробую показать. Ну, они, правда, уже чумазенькие такие. Два вот таких продуктика грязненьких. Вот это протыкается, выдавливается вот в такую удобную емкость. И почему показываю? Вот эта емкость, когда вы взбалтываете, именно ей наносите на прикорневой объем волос. И замечательно, экономно очень уходит краска. Также с этой краской идет бальзам. Ему хочу отдельные оды пропеть, потому что это замечательный бальзам. В нем 60 мл. Мне его хватает аж на 4 раза. Он густой, как маска. И на всю длину хватает на 4 раза. То есть это классный бальзам, но он на волосах как маска работает. Ну и также хочу отметить перчатки. Я их каждый раз выкидываю. Почему? Потому что у меня красит муж, а это перчатки только на дамскую ручку. Они их вот последние, видите, немножко увеличили. Раньше они были вообще тоненькие-тоненькие. Ну, как тоненькие, на женскую ручонку прям вот только. Сейчас чуть-чуть пошире, но все равно у моего мужа немножко рвутся они. Вот. Поэтому мы покупаем отдельно. Хорошо, что они сделали их чуть-чуть пошире, но, тем не менее, недостаточно. Рекомендую эту краску. Слышала, что кому-то не понравилось, но в основном, наверное, на 90% отзывы идут хорошие. Седину она закрашивает прекрасно. И смывается, ну я не знаю, процентов на 20. То есть в основном краска держится до очередной покраски. Очень нравится. Вот как меня девчонки познакомили с этой краской, так я на ней и сижу. Закончился у моей мамы шампунь укрепление от корней до кончиков. Он идет для ослабленных и склонных к выпадению волос. Он ей нравится. Я много в каждых баночках, в принципе, говорю про ее волосы. Она любит BioArctic, а чередует именно вот с этим шампунем, с этноботаникой. Жидкие, склонные к жирности волосы промывает хорошо.
То есть нравится. Когда надо с бальзамом, то и бальзам у этого шампуня замечательный. Если взять про мои волосы, у меня нормальные, очень подходят. И шампуня с бальзамом хватает прекрасно. У меня закончился от Garnier Botanic Therapy. Присылала мне этот шампунь Оленька из Тюмени, наш фея. Этот шампунь идет с касторовым маслом и миндалем. Он идет против выпадения волос. Оля присылала на самом деле маме моей, но использовала я. Почему? Он очень подходит для сухих волос, а у мамы жирные, поэтому ей приходилось перемывать волосы, то есть жирнил. А мне классно, особенно после юга, после моря, вот этот шампунь просто восстановил мои пересушенные морем волосы. Поэтому вот прямо настолько вовремя он приехал. Оля, спасибо огромное. Здесь написано, что входит натуральный экстракт, укрепление питания волос и для слабых склонных к выпадению волос. То есть после моря у меня вообще и во время, когда мы были на юге, сильно сыпались волосы. Но они потому что пересушены, я половину выдирала только расческой. И этот шампунь был для меня спасением. Классно. Если волосы у вас сухие или красками пересушенные, это вещь хорошая. Маска у меня сейчас слишком большая. Она у меня не успела закончиться, которой я пользовалась. Поэтому маска перейдет на следующие банки. Но зато в коробочке красоты приезжала вот такая малышка. Бальзам для волос. Для восстановления даже волос. Вот от этой вот фирмы. Его бы хватило на два раза, я не очень рассчитала и использовала за один раз. Вот такая симпатичная баночка, я ее оставлю, потому что в нее удобно перемещать будут кремы какие-нибудь, в которых чуть-чуть остается. Так, вот тут производитель есть. Очень хороший бальзам, мне вообще показалось, что это маска, если честно. После него волосы прекрасно расчесывались, такие мягкие, приятные на ощупь стали. Ощущение было, что я нанесла маску. Расческа просто по ним скользила, по волосам, после вот этого средства. Классное. Дальше. У Максимки Оленька из Тюмени присылала вот такой вот гель для душа Angry Birds. У нас есть, многие знают, у ребенка гели с крышками, у сами крышки, головки вот этих вот птичек. Но те баночки, бутыльки, которые с крышками, с птичками, они по 200 мл. И эта компания выпустила новые бутылочки уже по 250 мл. И когда мы переливаем вот это средство в ту бутылочку, то вот эти 50 мл, которые остаются, мы их дотрачиваем. Ну, вы поняли, да, что мы его перелили на самом деле. Ну и истратили то, что оставалось чуть-чуть. Это классный гель для душа. Я сама с удовольствием им пользуюсь. Аромат имбирного чая с корицей. Такой бодрящий, яркий аромат и красивого цвета сам гель. Нравится у меня ребенку. И вот я с огромным удовольствием у него тоже порой таскаю этот приятный такой гель для душа. Птички нас радуют. Мы ими пользуемся прям с удовольствием. Так, еще одно средство для волос нашла. Это от Advan Technics. Это питательная сыворотка для волос. Я так попробую поближе. Не знаю, будет вам видно чего-нибудь. Но видно, что это питательная сыворотка. Тоже я брала эту сыворотку с собой на море, и она меня спасала. Недостаточно было маски для волос. Ну, ее было достаточно, но хотелось еще чем-то подпитать, подукрепить, и вот эта сыворотка работала отлично. Также вот в течение и сентября, получается весь август и весь сентябрь, я пользовалась вот этим флакончиком. У меня волосы до пояса, ну, может быть, где-то, ну, я не знаю, нет, не перебарщивала, думала, может, перебарщивала где-нибудь. Нет, прекрасная сыворотка, она не жирнила мои волосы, если переборщить, будет жирнить. Я делала 2-3 нажатия, ну, бывало, что 4, если хотела как следует напитать, прям всю длину сверху донизу. Они, вот эта сыворотка подходит по всей длине, не только для кончиков, по всей длине, и работала она хорошо. На жирные волосы не знаю, может быть, будет жирнить. На сухие и на нормальные волосы работала классно, действительно питала. У меня волосопад закончился, то есть у меня сейчас волосы не сыпятся. Ну, сыпятся в своей норме, то есть, а вот сверх нормы нет.
Я считаю, что заслуга этой сыворотки в этом тоже есть. Дальше. Моемся дальше. Жануля мне присылала. Вы знаете, на самом деле присылала уже 2 года назад. Это одна из моих любимых серий в Фраше. Гели для душа. Утро в саду, кажется, называется эта серия. У них и водички есть, и вот гели. Она мне тогда присылала мой любимый ландыш. Вот это вот вишня в цвету. И аромат сирени. У меня почти все закончилось, еще в заначке один ландыш остался, и вот я вишню в цвету все-таки достала и использовала. С огромным удовольствием использовала. Жануль, спасибо, это отличные гели. Они не кремовые, но прекрасно промывают, не сушат кожу. Прямо замечательные ароматы, такие парфюмированные. И когда моешься, ощущение, что ты правда в каком-то саду, в цветущем находишься и принимаешь душ. Замечательные гели, прямо вот хвалю. Если есть возможность приобретать, приобретайте, ароматы натуральные. Дальше. У нас так облачно стало, пришлось дополнительное электричество включить. Многие называют это средство баловством. Я это называю аромоудовольствием. От Naturals. Это Avon. Скраб. Кремовый скраб для тела. Он ванильный. По факту, это такая кремовая консистенция, в которой, я не знаю, мелкие как песочек, но мягкие как пенопластик. Вот такие вот скрабиночки. Даже для супер-пупер чувствительной кожи они будут малочувствительны. Но это такой аромат, которым хочется просто дышать. Для меня, кто не любит аромат яркой ванили, может быть не понравится, но это такая ваниль, которой не можешь надышаться, если ее любишь. Вот просто супер. Обожаю, для меня это удовольствие. Чем польза, вот какая польза именно вот этого скраба? Как скраб никакой, но вот кремовая текстура, она делает кожу как смываемый кондиционер. То есть вы смываете, и вот ощущение, что крем был на теле, оно остается, и после него можно не пользоваться даже кремом для тела. То есть он вот увлажнение, питание небольшое, конечно, но дает. Далее. Ой, а далее. Сейчас я буду всю свою тактичность включать. Ко мне приезжала в коробочке красоты вот такое мыло «Монастырская банька». Давайте я вам врага надо знать в лицо. Покажу поближе. Но вы знаете, на самом деле у него есть плюсы, но есть и минусы. Плюсы – это очень натуральный продукт. Очень натуральный продукт. Минусы – у него и аромат очень натуральный. Вот он как выглядит, он так и пахнет. Я не могу. У меня хватило мужества 3 раза им помыться. Надо, конечно, чуть-чуть, но вот в этом натурале вся мочалка, вся ванна, все стенки душевой кабинки и все шторки, если. То есть все вот в этом вот. Ощущение, когда вы моете, что вы просто провалились в уборную и вот смываете с себя все это. Я не знаю, как это тактичнее рассказать. Вот. Но тут одни травки, понимаете, тут все натурально. Вот вы этим себя обмазываете, оно хорошо мылится, оно пенится. Ну, оно, мыло, вот это мыло. Фу, но пахнет это вот очень испорченный. Это запах, это не аромат. Ну, вот не хватило у меня еще сил, думаю, надо вам показать, как это выглядит. Так, давайте куда-нибудь там совсем вглубь. Сейчас я сотру эту красоту ароматную. Но, как я понимаю, если в плюс, то это очень полезный продукт. И если у вас аллергия, может быть, на какую-то химию, то вот тут все натуральненькое. Вот. Самостоятельно перегнившее, как я понимаю. Вот. Ну ладно, я больше говорить не буду, вы поняли. Скраб. Еще один скраб я нашла. Это уже скрабик для ног. Присылала мне его Оленька Крюкова. Оля, спасибо. Вот это было тоже аромоудовольствие. У меня в этом месяце оба скраба. Это было просто вау. Полирующий скраб для ног. Морская соль, косточки белой смородины. Он прям такой был белоснежный. С
таким приятным, восхитительным ароматом. Вот он называется «Хрустальная туфелька». Мне кажется, вот какая-то хрустальная нежность в аромате. Просто, ой, прелесть. Снежная, вот он, у него цвет был такого снега прямо, белоснежного. Действительно полирующий скраб, он хорошо работает, ножки скрабирует хорошо. Если вам нужно конкретно, то пемза в руки и пожалуйста. А вот чтобы действительно просто вот нормальненько так отскрабировать, это хороший был скраб. Мне он очень понравился и экономный. Месяца два, наверное, я им точно пользовалась, прям много не надо. Ну, тут, конечно, и немало, 100 мл. Отличное средство, Оля, спасибо, прямо рада-рада. Мыло. А мыло у меня немного закончилось. Одно закончилось вот такое крем-мыло для рук от Оранжериф, от Фаберлик. Аромат так себе. Он цветочный, конечно. Тут ирис и папоротник. Когда он ко мне только пришел, он мне очень понравился. А когда моешь ручки, ощущение, что сюда каплю мужского парфюма как-то капнули и что-то мыльное. И такие вот, ну, приятные. Он не раздражающий, приятный. Ну, вот так. Пользовалась. Как мыло вообще отличное. Ну и также у меня мыло стало поактивнее уходить в мыльнице, потому что у меня мыло очень много двойных, тройных оказалось кусочков, и удар стали делать на мыло для рук, потому что храните двойные, тройные экземпляры особо негде, и мы решили, что мы будем их использовать в мыльницах. От Le Petit Marcellier это аромат ванили, очень классное мыло. У него, во-первых, вот эта картинка выбита и на самом кусочке. Оно вкусно пахнет, им приятно мыть ручки, аромат сохраняется. И сам кусочек отличный, 90 грамм, не размыливается, пользуешься с огромным-огромным удовольствием. Мне их два присылала и Оленька из Тюмени, и Оленька Крюкова. Поэтому, девочки, огромное спасибо. Один кусочек у меня, конечно же, в моей коллекции. А второй у меня с удовольствием балует в мыльнице. Недавно, прямо совсем недавно, ко мне приехала вот такая бомбочка. Прислала Юленька. Юля Юла называется ее канал. Юленька, спасибо. Называется «Упс». Аромат был такой мандариново-апельсиновый. Бомбочка была вот такой формы, половинка апельсинчика. Она приятно пахла, но пенилась средне. То есть не было такого бурления бурного. Спокойно так. Побулькало-побулькало. Ребенок порадовался. Ну, в любом случае, очень позитивный такой листик. И оформление интересное. Детки обычно любят и нравятся вот такие вещи. Спасибо, Юль, большое. Дальше. Из умывалок. Около, наверное, 2 лет у меня находилась вот эта умывалка. Это гель для умывания. Естественная красота от Тиандэ. Присылала мне его Елизавета. Он у меня так метко закончился. Тут где-то срок годности. Вот. До сентября 17-го. Я сегодня даже рассмеялась. Говорю, надо же, ровно в сентябре 17-го я его добила. Этот гель очень-очень-очень густой. Прям очень густой. Поэтому его нужна была, ну, реально капля, чтобы размылить по всему лицу. Он у меня находился не на постоянном использовании, а когда я принимаю душ, он у меня стоит именно там, вот, когда я надо умыться именно в ванной, в душе. И вот он у меня за 2 года использовался полностью. То, что густой, это экономно. Аромат у него очень приятный, мой любимый цитрус. А чем он у меня пах? Я не знаю, тут есть в составе. Ну, пах он у меня апельсинчиками. Может быть, тут что-нибудь есть такое? Про аромат. Нет, не вижу. Но если вот сюда смотреть, вот так. Все, что написано. Ну, в общем, классный. Цветами. Цветами пахло. Цветы и свежесть. Вот, наверное, вот типа вот таких вот маргариток. И свежесть, которая мне напоминает цитрусы. Скорее вот так. Аромат цветочный больше. Дальше. Крем для тела у меня
закончилась только малышка, второй уже не стала приносить, на донышке еще там в одной бутылочке есть, ну, на следующий месяц уйдет. Это от Локситан. Присылала мне Оленька Крюкова. Оль, спасибо. Аромат вербенный. Вы знаете, оно настолько насыщенная вербена. Тут 30 мл. И хватило мне этих 30 мл аж на 3 раза. Вот их знаменитый тут листочек выбитый. А, крышка. Я сначала испугалась. Думала, да как ж мне тебя, молочко-то ты дорогое мое, вынуть отсюда. Но текстура была достаточно жидкая, видите, я его практически полностью, только чуть-чуть вот размазанным по стенкам, но это то, что уже все не выдавливается. А так почти начисто вытекло все. И благодаря тому, что это молочко достаточно жиденькое было, хватило аж на 3 раза. То есть оно экономным оказалось. Поэтому очень даже оправдывает, мне кажется, себя 3 раза на целое тело. Супер. Аромат вербены настолько насыщенный, что если вы не любите яркие запахи, сочные такие запахи, вам может не понравиться. Потому что пахнет им прямо на всю квартиру, вы идете и вот пахнет. Но когда через полчаса выветривается этот аромат, остается легкий такой шлейф от вас, свежести вот этой вот вербены. И вот эта свежесть как парфюм звучит вечерний. Ну, красиво. Понравилось. Дальше. Леночка Никандрова мне присылала набор в очень красивой упаковке. Там была вот эта соль, Skin Juice, крем для рук, и посередине были 3 кусочка мыла, которые я спрятала в свои запасы в форме розочек. То есть там лепесточки, это и есть кусочки мыла. Закончилась соль. Ну, про соль я не знаю, что сказать. Соль как соль, скорее так. Она в 100 грамм, там в пакетике была, белого цвета, приятный такой легкий ароматик. Ну, соль закончилась. Крем для рук был очень хороший, его нужно было немного, 65 мл. У него настолько приятный аромат, аромат сирени и вот каких-то весенних цветов таких. Прямо очень вкусный аромат. Наслаждение, сплошное наслаждение. И работал этот крем хорошо. Чуть побольше наносишь такое поконкретнее питание, чуть немножко нанесешь, он быстро впитывается. Прямо вот очень приятное и классное впечатление. Лена, спасибо. Огромное удовольствие получила, пока пользовалась. Также крем для рук у меня еще есть вот такой. Я не знаю, есть ли в России эта фирма или серия. Мне прислала Оксаночка Потц, она живет в Америке. Ксюш, спасибо тебе огромное. Этот крем пах уже вот такими орешками. Он питательный, его тоже надо совсем немножко, чтобы он впитался и хорошо себя чувствовали ручки. То есть вот ой, сейчас я пользовалась именно им в последнее время. Тут единственный минус у таких флакончиков. Сейчас я попробую. В общем, он очень-очень плотный. Мне, чтобы вот выдавить вот эти вот остатки, приходилось со всей силы выдавливать. И выдавливала я в отдельную баночку. Вот. Видите, прям такой плотный пластик. И вот выдавливать было неудобно. Он сразу принимает свою форму, его не помять вообще. Видите, он сразу в свою форму восстанавливается и пузатым остается. Но выдавила я все до капельки. Настолько понравился крем, что я его опустошила. И сейчас остаточками его я пользуюсь еще. Он у меня в красивой-красивой баночке. Вот. Ну, тюбик показываю, потому что он через недельку закончится, а мне тюбик не нужен. Будем выкидывать. Так, теперь уход. А, вот за ножками. Тоже вот это для меня крем. Сколько я им не пользовалась, он у меня лежит около, ну, больше 2 лет. Время от времени я к нему возвращалась за эти два года. И каждый раз, когда я его намазывала на ноги, я речь толкала, вот когда я буду снимать пустые баночки, я про тебя все расскажу. В общем, тут немножечко еще осталось, его мне еще хватит там на неделю, наверное. Я покажу, и я с ним сразу расстанусь, как только он закончится. Ну, тут вот я вам сейчас реально покажу, видите, вот. Его осталось тут прям вот, вот я уже загибаю, и вот он только появился.
Вот, то есть у вас, ну, на неделю, потому что я, наверное, в течение недели еще раза два решусь им воспользоваться. Это такой густой-густой вазелин. Вот. Мне кажется, вам видно. Густой-густой вазелин, вот прямо, который не сразу даже разносится. Но в общем, если у вас ноги проблемные, тогда он работает. Он очень хорошо работает. Он настолько смазывает хорошо. Давайте вообще название покажу. Крем от Натопташи. То есть по назначению его использовать очень даже хорошо. И, скорее всего, нужно под носочки. Потому что только под носочки он работает неплохо. Если вы намажете просто на ножки, даже если на натоптыши, то неприятное чувство вазелина нехорошо ощущается. Вы пачкаете простыни. Также руки надо смыть. Они очень неприятными становятся после этого крема. Надо салфетки под рукой иметь. Ну, в общем, какие-то много минусов. И если вы вдруг легли уже в кроватку и вспомнили, что что-то забыли, вы просто подскользнетесь на нем. Поэтому вот он такой двойные чувства вызывает. Но если его использовать только от натоптыши, то вы его выкинете, срок годности пройдет еще наполовину, потому что он очень экономный и ну, долго будете пользоваться. Теперь давайте по лицу. От Ифраше закончилась вот такая мицеллярная вода, гидровежиталь. Катюшка Минченкова мне присылала. Спасибо тебе, Катюша, огромное. Тут небольшой объем. И мне хорошо эти 50 мл выручили в поездке. Макияж хорошо смывал, если не водостойкая тушь. Когда была водостойкая тушь, я покажу, чем я пользовалась. Он хорошо смывал макияж с лица, загрязнения какие-то убирал, тени хорошо смывает эта мицеллярка. Ну вот водостойкая нет, но он и не заявлен, как умывалка водостойкая. От Мэри Кей Оксана Александрова мне присылала. Ксюша, спасибо большое, привет тебе большой. Тут 100 мл, это была двухфаска. Вот это вообще супер средство. Во-первых, если нет аллергии на это средство, замечательно смывает весь макияж, любую водостойкую косметику смывает. При этом не надо растирать, втирать, как-то повреждать глаза. Спокойно вы аккуратно смываете. Вот такой тут ограничитель, тоже удобный. Когда вы взболтаете, лишнее не выльется на ватный диск. И это очень хорошо, потому что средство не дешевое, и его просто так выливать жалко было бы. Хватило мне его ровно на 2 месяца. С лица я им не убирала макияж. Умывалась я вот таким средством. Это вода для умывания и снятия макияжа. Тут чуть-чуть осталось, я допользую. Просто не хочется бутылку оставлять на следующий месяц. Ее тут осталось, ну пускай даже на недельку. Но я хочу показать, что с этим средством я использовала вот это. Хорошо смывает весь макияж, кроме глаз. То есть вот она действительно для умывания. Сюда входит, по-моему, ромашка. Давайте я так поближе тоже покажу. Да, ромашка входит. И такое успокоение дает лицу. Хорошо работает. Здесь 250 мл. Присылала мне Оленька Крюкова. Оля, спасибо. Я вот не видела в продаже от комплимента эти средства. И с удовольствием познакомилась, и мне понравилось. Сама бутылка даже смотрится очень-очень симпатично. Так, я ее далеко не буду отставлять, потому что она у меня не закончилась. Ну и вот это давайте сюда, чтобы мне случайно не выкинуть. Тоник. Тоник мне присылала Нафиса. Спасибо тебе, моя хорошая. Тоже от Эколаб. Я не пользовалась еще продуктами такими, только скрабы для тела. И вот такой тоник у меня был. Он отличный. Написано омолаживающий. Ну, не знаю, дает ли он омоложение. Но тут большой плюс. Он без силиконов, без парабенов. Активные ингредиенты. Давайте я покажу. Не буду я зачитывать. Очень хороший тоник. Прямо вот вообще он беспроблемный. Не сушит кожу, тонизирует ее. Не липкий. Спирта в нем нет. Польза от него. Давайте покажу тоже.
что в составах. Ну, состав хороший, прям очень хороший состав. Ну и вот благодаря гиалуроновой кислоте он дает омолаживающий эффект. С огромным удовольствием использовала. Понравился, Нафиса. Спасибо тебе большое. Закончились у меня в этом месяце два аромата. Один от Faberlic Melody или Мелодия. Ну, мы говорим Мелодия. Очень приятный цветочный аромат. Я его полюбила. И будет, когда возможность приобрести полноразмерную версию, я возьму. Отличный парфюм. Он и на лето хорош, и на весну, и на осень, и на зиму. Вот это аромат, который мне очень понравился, и который я готова использовать постоянно. Прямо вот он супер, очень классный. Оля Крюкова мне присылала набор вот из таких мини-ароматиков. Их прямо в наборе было три. Один закончился, назывался «Черри». Для меня это был домашний такой аромат, сладкий в меру. Ну, как мы называем, бывает компотик. Он даже был такого приятного розового цвета. Две малышки еще, которые у меня остались там по половинке, а этот уже закончился. Приятный такой дизайн самого флакончика. На полочке он меня радовал и смотрится классно. Спасибо, Оль, прямо очень понравился. Весь набор замечательный. Закончились у меня две туши. Кстати, обе прислала Оленька, но Оля, миссис Смит, ее ник на ютубе, почему-то она сейчас не снимает ролики. Оля, если смотришь меня, привет тебе большой и давай возвращайся, без тебя скучно. Первая тушь от Divash Ultra. Вот тут название видно, 90-60-90. Это черная тушь, у нее такая вот выгнутая щетка. К щетке я привыкла сразу. Сейчас уже подсохла, и она прямо отработала себя полностью. Отличная тушь, мне понравилась. Сначала ей нужно было раскраситься, она была достаточно жидковатая. Так, если номер кого-то интересует, то вот так. Сначала была достаточно жидковатая, но потом раскрасилась, и ресницы делала очень красивые, и подвивала, и достаточно черненькие делала. Прямо здорово. А сейчас вот отработала свое и отработала хорошо. Я им все лето, наверное, пользовалась. С огромным удовольствием. От Кабаре вот такая зеленая тушь. Третий номер. Все хвалят от Кабаре черную. А вот это вот у меня вторая уже. Да, Оля присылала мне тоже Оля. Ну, в общем, она для акцента. Чуть-чуть, если только вот кончики ресничек подкрасить. Но как просто нанести эту тушь, то ресница будет незаметна и слегка будет виден вот этот цвет. Но ресницы останутся той длины и той формы, какая у вас есть. Если у меня короткие прямые, то и вот зелень будет вот такого цвета, насыщенная, красивая, но коротенькие, прямые, жиденькие. То есть какие есть ресницы, такие останутся. Так, тороплюсь, потому что много времени уже потратила. Бальзам для губ у меня закончился. Из Тюмени он приезжал, от Оленьки тоже. Спасибо тебе большое. Аромат был вишни, видите, он мне так понравился, я даже его повыковыривала. Месяца три я им пользовалась. Тут очень большой стик, вот прям вот как есть вот эта вот туба. Такого размера и стик. Наверное, 4 или 5 грамм. Так, я тут в чем-то испачкалась. Прям замечательный бальзам. Он был немножко плотный и благодаря этому долгоиграющий. То есть он есть такие тающие текстуры, которые бальзам просто вот за месяц весь уходит, даже если он большой. Этот плотно наносился. Если на ночь, то до утра чувствовалось, что губы увлажненные, напитанные. Классный. 3 месяца прямо он у меня бесконечный был. Оль, спасибо, понравился. Я, кстати, такие даже не видела, где они продаются. От Avon выкидываю остатки. Это смягчающее средство. Оно для локотков, для каких-то сухих мест. Вот столько осталось. Мне уже аромат, во-первых, не нравится. А во-вторых, в нем нужда пропала. У меня у ребенка часто сохли очень вот пальчики, подушечки и локоточки. И вот мы пользовались. А сейчас уже срок годности вот как раз у него закончился. И надобности нет, чтобы оно вот просто так стояло-стояло. На губы его не нанесешь, жирное такое средство, ну не очень приятное. Поэтому
Отработал, отслужил и пускай идет. Закончилась зубная паста от Colgate. Тройной эффект. Покупала ребенку. Ему очень хотелось трехцветную. Правда, теперь говорит, давай другие три цвета, чтобы были. Это была белая, зеленая, голубая. Вот так смотрелась. Вообще рабочая лошадка. Хорошо прочищает зубки. Она пускай сильно не выбеливает, но чистит она неплохо. Хорошая паста. Понравилась. Три маски покажу. Одна для глаз. Присылала мне Настюша Гиммельштейн. Настюш, спасибо большое. Вообще мне вот эта маска очень-очень понравилась. Вот так она тут называется. И чем понравилась? Во-первых, вот я даже сохранила. Посмотрите, какие классные у нее сами патчи. То есть форму они хорошо держат под глазкой. Охватывают большую область. Плюс они были очень хорошо пропитаны. И давайте вот так тоже поближе покажу. И увлажнение они давали замечательное. Понравились мне эти подушечки. Их можно было даже использовать два раза, что я и сделала. Вот. И еще две маски. Тоже от Оленьки, от Оли Крюковой приезжали. Вот эта маска оранжевая для лица, она питание и восстановление с эфирными маслами апельсина и герани. Она вот прям такая оранжевая, как на девушке была. Когда она на лице чувствовалась пощипывание, покалывание какое-то, но благодаря этому ощущение было, что маска работает и что-то делает. Потом я прочитала, что здесь написано, что это возможно и не надо пугаться. Давайте вот так покажу. Вот. Вот, видите, пощипывание, да, небольшое. Это было. Лицо было свеженьким, приятненьким, действительно напитанное. С утра, если сделать, то потом макияж делаете и хорошо выглядите. И вторая маска 3D. Мне она нравится своей формой. У нее такой подбородочек, в общем, носик. Вставляете в лунку для носика. Это уже зеленый чай маска. Вот. Питание, увлажнение. То есть тоже маска делает свое дело. Немножко питает, немножко увлажняет. И хорошо себя лицо чувствует. Масками пренебрегать нельзя. В этом месяце тканевых у меня немножко. В основном я старалась использовать маски, которые для в тубах. Так, хочу похвалить вот эти спонжи. Они продаются по 3 штуки в фикс-прайсе. Очень хорошо ими смывать все кремовые маски. Я просто вот очередной меняю, выкидываю. У меня тут последний был в запасе. Я его положила. Еще куплю, если они есть. Отличные спонжи. Долго говорить не буду. Фикс-прайс схожу, возьму. Закончились вот такие спонжи. Жануля мне присылала, наверное, 2 года назад. Их тут 20 штук. Жанна, спасибо. Благодаря тебе я узнала, что можно наносить тональные средства вообще без проблем. Они такие кругленькие, хорошо стираются. И с огромным удовольствием ими пользуешься. Вот так вот я покажу, что за фирма, смотрите. Вот. И на 2 года мне хватило этих спонжей. Прямо рада. Ну и последнее покажу, что мне понравилось по действию, но не понравилось по времени. Брала я от Доместос вот такую новинку. Хотела сначала выкинуть, потом думаю, лучше я расскажу. Что этого средства, хотя тут и написано, что работает до 1,5 раза дольше. Оно стоит около 100 рублей, мне хватило ровно на 5 дней. Семья из 4 человек у нас, правда. Ну вот 5 дней, 100 рублей, это, по-моему, слишком круто. Больше не куплю, лучше купить гель, который надо вливать вот в такую формочку. И его действительно хватает намного. По крайней мере, месяца на 1,5-2 точно. А это просто выкид денег. Все. Правда, лежат у меня еще вот такие 2 средства. Это салфетки, которыми я постоянно пользуюсь, ватные диски, которым я верна. Они продаются в фикс-прайс. И покупаю вновь и вновь только их. Они мне нравятся. На этом мои пустые баночки закончились. Переходите по ссылке на канал Анютки. Смотрите ее пустые баночки, потому что у нее они тоже есть. И достаточно интересные тоже обзоры. А я с вами прощаюсь, ссылки будут внизу. Всем до новых встреч и всем пока!